Администрация города обеспокоена тем фактом, что молодежь уезжает из Димитровграда. Решить эту проблему призван молодежный парламент. Юным горожанам предоставит возможность разрабатывать и реализовывать решения в сфере молодежной политики. Мы считаем, что это позволит молодым людям в возрасте от 16 до 30 лет реализоваться, именно тем людям, которые хотят что-то изменить в городе, которые хотят реализовать себя, работать на благо города. Молодежный парламент – это совместный проект городской думы и администрации города. Новый совещательный орган будет состоять из 20 членов. Состав формируется на конкурсной основе. Кандидаты должны представить свою предвыборную программу. Разработать небольшой план по решению хотя бы одной проблемы в городе Димитровграде. Не факт, что этот план будет реализован, потому что проблемы разные бывают, но будет видно по кандидатам, кто знает проблемы города и желает их решать, а кто желает создать просто политическую карьеру. Сейчас формируется состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в молодежный парламент. В нее войдут представители городской думы, главы города и областного молодежного парламента. Ожидается, что в Димитровграде молодежный парламент будет сформирован к декабрю.